И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить Far Cry 5. Чуть кого я там увидал. Да, недалековато. Да, решил вернуться я к тайнику выживальщиков, который в прошлой серии или в позапрошлой обнаружил. Так, что тут написано? Эй, вы, сраные сектанты, вам ни за что не попасть в мой бункер, он неприступен, я сам его построил. И если даже туда и пролезете, обратно вам точно не выбраться. Вот, давайте-ка попробуем. Так, здесь ни хрена ничего не видно. Я, собственно, наверное, где-то здесь пропустил. Но здесь нужно электричество, питание подать. А вот здесь вроде бы открыто. Что тут было? Обыскать. Провод ведет куда-то туда. И туда. Во-во-во, началось. Шайзе. Мать! Ёб твою мать! Так-то лучше будет. Так, подожди, а чё-ка? А, ну открылось все. Отлично. Сделал я умирать вам. Вот он самый тайничок. С баблом, конечно же. Почти десятка косых. Неплохо. Пушечки тут всякие. Нахрена надо было тогда, получается, делать все эти взрывчатки и огонь, если потом срабатывает противопожарная система. Так, это журнал навыков. Отлично. И еще бабло. Так, пользуемся мы пока что огнестрелом, поэтому нам... не нужны стрелы. Ну, собственно, все. Чего-то я первый раз не обнаружил, не пойму. Наверное, пропустил этот поворот. Воу! Какого хера? Это было внезапно. Вроде чисто, слушай. Видали, как я им в голову? Пах, пах, два патрона, два трупа. Все чистенько. Так, а далее куда мы идем? Церковь Агнца Божьего у нас. Вообще нам надо по основному заданию, нам надо в долину Холланда или нет? Вооруженный конвой в долине. Судья Лось. А, судья Лось я вроде хотел. Ну-ка. А, это далековато. Ларри Паркер. Здесь какое-то дополнительное задание. Всяких столько значков. Golden Valley. Ну вот это поближе, да? Вооруженный конвой. Но это передвигается. Хотя вот это тоже может быть точка передвигается, я не знаю. Так не поймешь.
Так, навыки, навыки. Есть ли у нас костюм крыло? Я что-то позабыл. Это что у нас? Снаряжение. Испытание. Вот, навыки. А, костюм крыло у нас все-таки есть. Три очка доступно, но пока что за эти три очка купить мы ничего не можем. Костюм крыло все-таки есть. Так, ну-ка давай попробуем. А, другая кнопочка, костюм крыло. Ладно. Попробую запомнить, что на контрол. Что тут написано? Факзе культ. Так, смотри, какого-то из наших пацанят ранили. Че, сдох не дождался, что ли? Этот кусок говна здесь! Ты про кого? Так, возьму-ка я, пожалуй, тачку. Хотя тут 700 метров, я искал этот, да, какой-нибудь обрывчик, чтобы с него сигануть. А это что такое? Да, блядь, она не открыла костюм крыла. А, смотри, что я нашел. Так, что это у нас такое? Пойдет. О, еще один парень, который нам может рассказать о сокровищах выживальщиков. Здоров. Не представляет, сколько народу хочет от него избавиться. Ну, не парень совсем. Люди здесь много о тебе говорят. Сектанты заставили Колина Дода закрыть свалку. Так. Это место теперь заброшено, так что мы устроили там тайник. Так. Если сможешь попасть внутрь, бери все, не стесняйся. Хорошо. Мусорная... Мусорология. Ну, я как бы ближе к ней, к мусорологии. Пошел в жопу! Да, кстати, у меня за кадром на меня напала росомаха и укусила меня прямо в пах. Учитывая, что мы играем за девушку, то, ну, ничего страшного не произошло. Все осталось на месте. Если бы мы играли за мужчину, вот это была бы проблема. Медведь? Не надо. О, Олега. Чего он не убивается-то, ёб твою мать? Но это вроде мирные пацанята. Блин, это же Рома! Кто, Скунс? Это тоже вроде не культисты. Свалка Додда. Так, а там что такое? Офигеть, на тракторах. Сам виноват. Давай, дуй отсюда. Блядь, чего вы тут все разъезжаете? Это вроде нормальный парень. Сектанты
окружили нашего снайпера у церкви Агнца Божьего. Грейс утащит за собой в ад всех, кого сможет, но все же надо ей помочь. Грейс Армстронг. Столько здесь заданий. Это Грейс. Я в церкви Агнца Божьего. Сюда наступают сектанты. Ну ты там держись, Грейс. Сейчас пока денег нет, но ты держись. О, Росомаха. Ёб твою мать! Да хрен ее убьешь, смотри. Там Росомаха! Осторожно! Я хотел сказать, я спасу тебя, бро. А это совсем даже и не бро, блядь. Вы чё, ёбнулись? Все деревья поломали. Так, вот и стройка у нас. Ну, это не стройка, а мусорка. Мусорология же у нас тут. Записка выживальщика. Дот куда-то запропастился. Но не думаю, что он будет против, если мы пороемся в его запасах. Если включить электричество, лучше смотреть под ноги. Там проблемы с изоляцией. Так, а это что такое? Far Cry Arcade. А, я понял. Так, у нас ни для чего нет места, может быть, нам надо что-нибудь изготовить. Это максимум. Это тоже максимум. Это мы изготавливать не можем. Ну, блин, из того, что мы можем изготавливать, у нас все максимум. Что за кипиш? Так, включить, говорит, электричество, да? 14 метров. Я туда как заберусь? А, может через крышу? Да. Тут постоянно что-то происходит. Кого-то жрут, кого-то там убивают. Да, бля, чё она? Может, конуса сбить, но не сбивается. Вижу, хорошо. Хорошо видишь? Это плохо, что ты хорошо видишь. А, бочка же стоит. Во! Да ёб вашу налево. Чё вам всем от меня надо? А это с огнеметом что ли? Ну-ка, интересно. Эй, сейчас ты бахнешь, пацан. Ты в курсе вообще? Только подальше от меня держись. Блять, говорил, дальше от меня держись. Где кусок дерьма? Помогите! Кто-нибудь! Вот и аптечка пригодилась. Блин, задолбали. Так, кошка пригодится. Ты просто мелкая гнусь. Гнусь? Что это, блядь, такое гнусь?
Ой, блядь. А, вот отсюда, да, можно? Подожди. Тут целый, сука, лабиринт. Мне надо было поверху как-то проходить. Так я не могу. А, вот отсюда могу. Чё-то, блядь, не пойму. Думаешь, ты свободный человек? Пока что вроде правильно. Блин, это вот так крутой парень. Вип-сектант какой-то. Обкуренная тварь. Внизу! Ага, вот здесь надо включить электричество. А вон он и тайничок. Так, ладушки. Ой, смотри, тут можно было зайти просто не выебываясь. Так, вот он проводочек, да, идет? Куда идет, хрен поймешь. Сюда наверх можно залезть. А, подожди, электричество, наверное, где-то здесь включается. Вот здесь, вот оно. Воу. И теперь по воде нам нельзя ходить. А по железным трубам можно, да? Чё за бред? Так, и по бревнышкам, видимо. Это личина. Можно огнемет взять. Но не очень-то и нужно. Письмо Додда. Если вы читаете это письмо, то знайте, я уже на Кубе, где нет ни бюрократии, ни сраных сидов. Я устрою мегасвалку там, где люди будут это ценить. Берите все, что хотите. Я уже получил выплату по страховке. В жопу эту сторону, Дод. На Кубе. Не отсылочка ли это к 6-му Far Cry? Так, очки навыков получили. Мы очки навыков получаем, короче, за вот эти вот журнальчики тоже. Так, для этого нет места. Еще одну... Еще один тайник расчехвостили, с чем вас и поздравляю. Ну давайте посмотрим. Теперь у нас навыков должно на что-нибудь хватить. Король рыбалки. Рыба устает быстро, а также разблокируются новые виды приманок в селекторе предметов, позволяющих ловить более крупную рыбу. Ну такое себе. Горелка. В ваш селектор предметов добавлена горелка. Она позволяет открывать сейф и чинить транспорт. Ну, неплохо. Король джунглей. Атаки животных причиняют меньше урона. Все хищники, кроме судей, атакуют ближайших врагов, а не вас.
Травоядные с меньшей вероятностью будут убегать от вас. Также работают в режиме аркада. Так. Черный рынок. В магазине теперь будут доступны взрывчатка с дистанционным управлением, бесконтактные мины, коктейли Молотова, СВУ, липкие гранаты и динамиты, и особые боеприпасы. Эксперт по оружию. ПП и дробовики ускорены перезаряжание, прицеливание, смена оружия, покачивание оружия и разброс уменьшены. Эксперт тяжелое оружие. РП, РПГ, огнеметы ускорены перезаряжание. Понятно. Ваша машина чинится автоматически, включая... Ага. Что у нас здесь? Умелые руки. Вы быстрее изготавливаете предметы, минируете машины, отключаете сигнализацию и скрываете сейфы. Вы можете немного быстрее, намного быстрее перемещаться, пригнувшись. Хорошо. Разблокирует серию атак, бросок оружия, быстрое убийство дополнительным оружием, личная станция быстрого убийства. Первобытные инстинкты. Луки, рогатки, ускорено перезаряжание. Эксперт ближний бой. Пистолет оружия ближнего боя, ускорено перезаряжание. Понятно. Во, отмычки. Вы можете бесшумно открывать сейфы и двери без ключ-карты с помощью кнопки Е. Вот это, пожалуй, я и возьму. Так, получив ранение, пес-бумер возвращается в строй быстрее. Нет, я беру отмычки. Оно мне нужно. Да, блядь. Я думал, Ctrl, оказывается, Shift. Костюм крыло. Помощник, ты у Golden Valley? Так. Мой пикап там должен быть. Эдемщики не могли уехать далеко. Там крутой чувак сидит. Пёса у них. Не очень удобная позиция, конечно же. Вот этот за рулем наверняка попрется ко мне. Вот это вот что такое? Что это за говно тут ездит? Грузовик для жатвы. Ну что, пробуем? Блять! Давай! Мы верим, у нас все получится. Так, далеко он там уехал? А, его специально, смотри, специально для меня его телепортировали. Слушай, так я хрен его догоню.
Блять, не получилось перегородить ему дорогу. Готов, козел. Так, куда его девать? Или оставлять себе? Так, жажда смерти. Мэр сразу понял, что от секты добра не жди. Верните ему пикап и вместе расправьтесь с сектантами строительной площадки, что к северу. Давай. Где это у нас? Отслеживать. Окей. Перейти к карте. Ох, иди твою мать. Это мне туда пилить, что ли? Здесь тайник выживальщиков еще. Что за тайник? Я ж все тайники. Стараюсь обчищать. Ладно, давай до Фолс Энда тогда. Братан, извини, совсем не ожидал, что ты здесь будешь. Так, ну-ка, автовождение. Ты вообще туда едешь, нет? Подожди, Долина Холланд. Ну ладно, пусть едет. Пока что не пойму. Чего, блять? Так. Остановите, верните жажду смерти. Подожди, почему вот это не разрушено? Что-то эту игру понимаю все меньше и меньше. Жажда смерти, пожалуйста, нам. Так, с росомахами лучше не связываться. Надо, короче, убивать того, кто за рулем. Или это кабан был? Валить первым того, кто за рулем, и потом уже отстреливать набегающих всяких мудаков. Фига, у них тут кресты стоят. Тихо, тихо, пацан. Ёб твою мать, ты что там, охренели что ли? А, она едет, смотри. Чё, в воду за мной не попрётесь? Блин, на этот раз она едет.
Подожди, она приближается. Воу! Блять! Что за мир такой недружелюбный? О, здесь этот есть, как его. Тайник выживальщика. Бля, я гражданского убил. Не везет что-то этим гражданским. Спокойно, пацаны. Так, вот теперь очень внимательно. А, у нас тут есть место стрелка, смотри, круто. Во, как раз. Как раз вы идете ко мне в лапки. Кто вы такие? Вооруженный конвой в долине. Ну давайте, суки. Все, готово? Или их надо тупо уничтожить машинки? Так, ладно, надо ехать. Так, покидаем область задания. Плохо. Да куда ты пополз, придурок? Я не то хотел тебе. А, тут строго по дороге надо ехать. То есть мне показывают не конечную точку, да? К американским автомобилям. Да, блядь, какого хрена? О, у меня аж язык прикусился.
Ну ничего, тачка вроде крепенькая, выдерживает. Кучка святош! Американские автомобили Deutsche. Когда кончаются патроны? Че ты, блядь, меня целишься, идиот? Кстати, я тебе хотела показать каталог. Внимание, вернитесь в жажду смерти вместе с Мерлом. Да, блядь, это задание господи. Еще не закончено. Прикройте! Ты за рулем, а я стреляю! Давай, там сзади никто? Эдемщики, мать их! Я с самого начала знал, что семейка Сидов – сраные балаболы. Но опять нам куда-то пилить. Отвезите Мерла на стройплощадку резервуара. Мэр сразу понял, что от секты добра не жди. Верните ему пикап и вместе расправьтесь с сектантами на строительной площадке «Штук Северу». За любой простой. В итоге получил за нетерпимость к вратам Эдема. Нет, задолбал ты, Мерл. Оставалось только готовиться к худшему. Так что я О, смотри, вот они! Оставалось только готовиться к худшему. Ну, постреляй хоть в них. Жратвы лет на 10 и установил фильтры для воды и воздуха. Я месяцами этим занимался, готовился выживать. Люди смотрели на меня, как на придурка какого-нибудь. А как насчет пошмалять? Грёбаных сектантов у меня ничего не осталось. И вот чем с тобой на пикапе со здоровенной пушкой, чтобы посчитаться с этой. Не готовься. Так, свободен. Я тебе должен. Свободно. Я настаиваю. Они не в себе. Сестра говорит, что сектанты охотятся за Ником Раем. Что им надо? Его самолет или его семья? Так, ну это примерно я представляю, что такое. Господи, Боже. Ник Рай. Вот это вообще какой-то бронированный, слушай. Чушка. Подожди со своими вопросами. Съебал. Слава богу. Спасибо. Когда Иоанн что-то просит, это не просьба. Так или иначе, он получит от тебя то, что хочет. Можно тебя? Так, вот это что делать? Нужна горелка. Ну, автомобиль для жатвы, наверное, их надо уничтожать. Я так думаю. Эй, дурак, ты что залез? Пойдем. Где он? Ну где ты там? Блин, это не дорога. Она сюда не ведет. Как туда доехать-то? Ага, сейчас будет дорога, значит по ней. Господи,
Так, ну я думаю, что на этой строительной площадке мы будем переть на них свиньей. Давай, заезжаем в самую середочку. Херач. Блять, не то подорвал. Да тут их дохренище. Вроде все. Дырки от пуль. Этот сладкий вкус есть. Ты самородок. Жажда смерти твоя. С ней такой дикий койот, как ты, сможет насолить секте гораздо больше, чем я. Передавай датчу привет при случае, ладно? Ладно. Так, тачку отдал он мне. Мы выполнили задание жажда смерти. Здесь что такое? Записка хранилище Блажи. Братья мои, пришло время использовать Блажь из хранилища. Мы начнем постепенно добавлять ее в воду. Сначала по 10 цистерн в день в течение недели. Будем увеличивать дозу в зависимости от эффекта. Процесс долгий, потребуется много сил, но мы должны терпеть и сохранять оптимизм. У нас все получится. Мы спасем жизни тех, кто не в состоянии спасти себя сам. Этого хочет наш отец. Так, а что за херня такая? Помощник, это Мэри Мэй, и я в Фолл-Сэнди. Хотела поблагодарить за надежду, что ты даришь людям. Блин, да ты нас так воодушевила, что мы отвоевали Фолл-Сэнд. Но пока нам рано отказываться от твоей помощи. При случае забегай в крылья любви. Крылья любви какие-то. Никсон, малоизвестный на тот момент каскадер из долины Холланд, самовозгорелся, выполняя трюк под названием «крещение огнем». Он несся на рекордно высокой скорости, и его тело воспламенилось из-за высокого уровня алкоголя в крови. Несмотря на то, что раскаленный металл машины разъел его плоть, ему удалось выжить, съехав в близлежащий водоем. Свидетели думали, что он умер, но Клатч Никсон восстал из воды, словно феникс из пепла. И так родилась легенда. На сегодняшний день никто не смог повторить его подвиг. Ну, давайте попробуем, не знаю. Блять, тачка неуправляемая. Куда ехать, твою мать? Не совсем было понятно, куда ехать. Вправо надо поворачивать, что ли, сразу вот здесь.
А, о, вот здесь вот. Да, нет, нет, блять. Да какого хуя? Походу, надо было просто прямо ехать и все. Если бы недолгие загрузки между фейлами. Вы только посмотрите, словно комета. Да вообще, я сам в шоке. Темно еще, блядь, нихера не видно, как в жопе у негра. Нашел тоже время погонять. Ох, ручник какой дерзкий. Давай, давай. Она приземлилась. Выдержит ли гонщица в таких условиях? Надеюсь, это финиш. Красивый прыжок. Нихера. Вот он, финиш. Выдержит ли гонщица в таких условиях? Блять, и сдох, да? На финише. Бабки дали, и дядя Сэм разблокируется в мастерских. Тачка. Что там, блядь, кому покоя нету, а? Ну чё, спать надо? А, вертолет. Так, ладно, это все лирика. Куда мы едем дальше? Вот здесь какой-то тайник выживальщиков. Как я его пропустил? Вышка Линкольна. А, слушай, мы же были в самом начале на этой вышке. Давай метнемся. А это что, знакомый знак? Магазин? Странный какой-то магазин. Этот знак мне знаком. Я думал, что это вот в тайнике выживальщика такой знак был. Ой, бабки. А вон, оказывается, не только там. Я как Рэмбо, короче, в этих ночью, да, в лесах от вертолета прячусь. Ну, как в книге это было написано. О, погнал, погнал. Только у нас Монтана, у него, по-моему, был штат Кентукки. Что здесь делала? Подожди, он какую-то зверушку вез? А, нет, человека. Эй, помоги мне. Рад тебя видеть, детка. Ну, я тебе, блядь, сейчас как дам пизды. Говорят, у одного двинутого конспиролога раньше под завязку забита взрывчаткой. Сопротивление она бы точно не помешала. Сделаем же то, что должны. Зип-кубка. Спасибо за наводочку.
Я тебя видел. Фас. Тупая тварь. Сейчас она, наверное, того чувака загрызет. Ну ладно, он мне дал важную информацию. Больше, наверное, у него ничего и не было. Поэтому ухай она его грызет. Ему вообще похрену, а? Думал, мне точно каюк. Ну да, спасибо с таким тебе. Вот уродом. Его пули не берут, он какой-то конченый. Слушай, это ж ты только что там был. Сектанты вывозят еду с фермы Sunrise. Мы должны помешать им. Люди голодают. Это наша еда по праву. Ферма Sunrise, он пост сектантов. Так. Где тут может быть этот тайник? Мистер Стрикленд, мы все подготовили, когда сектанты придут к вам. Сразу сообщите, я спущусь по тросу к нашему тайнику и приду на помощь. Мы должны помогать друг другу. Мы узкие. Должны помогать друг другу. Так, по тросу вниз, да, он говорит? А, ну здесь получается, да, с этой стороны единственный трос. Ой, блядь. Зачем я второй раз нажал? Нечаянно. Я, пожалуй, подлечусь. А то еще одно падение, и мне хана. Говорят. А, там с троса на трос надо перепрыгнуть? Или он сам перепрыгнет? Да, по идее, он сам перепрыгнет. Где-то собацка рычит. Кого-то кушает, наверное. Ладно, не будем мешать. Так, нам сюда же, правильно? А, это волк. Блять, лучше не падать в таком случае. Короче, нам вон там какое-то разбитое здание было. Нам туда. О, этот трос ведет прям туда. О, пипец, круто, смотри. Я там даже что-то взорвалось в мою честь. О, там снайпер. Пипец, ему прятаться неудобно. У него же на спине баки. О, сколько баблища. Я в прошлый раз ошибся, сказал целых 10 тысяч. Это 10 тысяч, оказывается, общее количество денег, которые у меня есть в кармашке.
Так, ну и получается, мы как бы нашли очередное это выживальщика. Здесь можно по тросу спуститься. Вот поэтому тудымся. А можно вот так по-человечье? Да блин, я хотел по-человечье. Ну, как бы это сказать, не очень по-человечье. Кто-то тут-то есть. Олега. Ау! Кто, блядь, меня кусанул? Так, а у снайпера была... А, такая же винтовка, как у меня. Ладно. Да, так хрен попадешь. А, нет, попал, смотри, прикольно. Блять, кто? Да это какой-то орел, что ли? Сука. А, я съебался перед его атакой. Ой, подожди, это нормальный мужик был, что ли? Не, там было... А, нет. Там было явно показано, что этот... Спасибо, что спасла мою шкуру. Пожалуйста. Эх, там кто-то сдох. Это кто такой? Блять, этот орел заебал, серьезно. Какой-то бронированный черт, что ли? О, этот парень знает о каком-то секретике. Блять. Черт, орел! Бля, он неубиваемый, а? На, сука, прям в глаз. Помогите, прошу! Да стой ты, блядь! Фига ты скочишь, как козел. Все, успокоился? Давай, говори. Если бы я не боялся получить пулю в лоб, я бы давно угнал тачку Большого Майка и свалил отсюда. Он спрятал ее где-то у своего амбара. Берлога. О, далековато. До встречи. Давай. Так, ну что ж, ладно, я предлагаю на этом очередную серию закончить. Слишком было много приключений. Но основная, конечно, это была у нас жажда смерти. Вот эта вот тачка того самого чела. Вот, ну и, собственно, тайники выживальщиков. Что тоже неплохо. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то обязательно поставьте лайк, комментируйте. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, и бейте в колокол. Всем счастливо, всем пока.